город с добрым названием Добрич. Ищем родопскую песню. Есть предположение, что ее можно услышать в местной музыкальной школе. Но сначала старая часть города. Ну, все видите сами. Находимся в ремесленной мастерской резьбы по дереву. Знакомьтесь, Чичу Мишо. Дядя Миша по-болгарски, значит. А, Михаил, расскажите, что это за стрелы такие? Стрелы? Дядя Миша поведал мне удивительную историю о древней болгарской традиции, которая называется «вырлини на стреле» – бросание стрел. Молодежная забава заключается в следующем. Болгарские парни приходили на праздник с заостренными ветками и небольшими стрелами. Специально готовились парни. Стрела поджигалась и нехитрым способом направлялась в сторону стесняющихся болгарских девчонок, которые тем временем стояли в сторонке. Выстреливаем, значит, такие, да? Такие массовые заигрывания, такой дедовский способ отправления лайков. Наверное, особенно зрелищно горящие лайки-стрелы летали, когда стемнеет. А стрела должна попасть в девушку. Просто идея-то, это сахвари. А Михаил, можете показать нам, как это на улице? На практике. И стрела тут. Так, ну сейчас не вылетело. Может быть, стоит заточить, пока девушка не ушла, да? Представляю, сколько шум на таком празднике. Девчонки смеются, наверное, разбегаются в разные стороны, а парни довольно ухмыляются. Не зря, мол, точили ветку. Наносила ли травмы такая веселая болгарская традиция, Чичу Мишу умалчивает. По-русски. Пожалуйста, спасибо. Да. Поговорите по-русски. По-русски, по-русски. По-русски. Да? Да. А как вас зовут? Цветелина. Цветелина? Цветелина. А русский язык Цветелина откуда вы знаете? В Москве училась. В Москве учились? Да. У-у-у. О многом можно было бы поговорить с Цветелиной. Ну, я буду говорить о детской песенке. А вот все-таки песня. Мы учим, говорят, известную здесь песню, называется она «Междучасье». Слышали такую песню? Нет. Нет? Нет. Сейчас, минуточку. Вы не торопитесь никуда? Нет, вы же сидели здесь. Значит, звучит она так примерно. Сленце то над ниче. Над ниче. Над ниче, да. Над ниче. Над ниче. С погляд на момиче. Да. Момиче, ты да. Же момиче? Да, момиче. Момиче. Над... над море от синей тетрадки. И здесь ты поешь. Ла-ла-ла-ла-ла. Для меня не так ложилось громко. Нет, ну короче, тихо. Ла-ла-ла-ла. Вот, да. Ла-ла-ла-ла-ла. Хорошо. То есть еще раз. Над море от синей тетрадки. Здесь вот. Ла-ла-ла-ла. Так, хорошо. Може бисера два. Я вообще, как у меня произношение? Отлично. Понятно, что я пою? Да. Каждое слово да, или... Да, да, может быть, я все понимаю. Я должен... С английским акцентом, ну вот так получается. С английским акцентом? Фа, фа, ми, фа, 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 ми, ре, ла, со, ла, до, со, со, ла, до, эй, со. По-моему, Цветелина, вот тот мужчина тоже хочет вас стрелу запустить. Никогда еще с девушкой я не пробовал заработать на ужин. Цветелина, это предложение. Да. Как ты смотришь на это? Давайте ржать. То есть мы выйдем на улицу? Да. Потому что с тобой шансов будет больше. И будет больше шансов заработать больше. Да, хорошо. Заработаем тогда. А что на ужин обычно? То есть что может попробовать на ужин? На ужин? Ну, то есть зарабатывать на что будем? Ну, на хорошую болгарскую пишу. Да, что это такое? Ну, шопский салат, там что-то у нас еще. Какой салат? Шопский салат у нас называется. Шопский салат. Салат, да. То, что мы едим. В каком ближайшем из приморских городков мы сможем больше заработать? И на какой улице? Город Варны. Варна же не поет. Хотя Цветелины запоет, наверное. То есть сейчас запишем номер телефона, название улицы и все. Виталик, стрела попала в цель. Мы будем рады, если ты подпишешься на канал Большого Чемодана и прямо сейчас отправишься с нами в следующее акустическое путешествие.